Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димаский, Старс Фокс, Гусанёк, Курикс, Госдума, Плюш Фрейдик, Сергей Тайм, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. С названия ролика вы уже поняли, что у нас будет выживание на деревянной постройке. Ну не обычное выживание, а на плавающей постройке. Смотрите, как она прям видно, как она от волн шатается. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Правила просты. Кто упадет в воду, проиграл. Вот видите, вот Плюш Фредик просто показал, как это происходит. Молодец. Да, да. Я вижу, что вот эта вот часть, она вам очень сильно мешает. Мы ее можем обезвредить. Ты ее отсоединил от нас. Спасибо, спасибо. Подожди, а как... она, наверное, кстати... сваркой приварена. Мы, кстати, плывем. Во. Спасибо. Давай. Будет классно, если вы начнете отдельно плавать. Ой. О, снизу, чё? А снизу прикреплено, снизу. А, снизу. О, давайте начнем эти штуки отстреливать. А ну, давай. Сейчас давай. Мы возьмем вот это вот. Киста. У нас перевес, к нам кто-нибудь. Во. Отлично. Пойдет. Давайте отстреливаем прям у самого начала. Во. Опа. Киста. Класс. Так, давайте здесь. Хорошо. Ты их выровнял. Ой-ой-ой. Держитесь? Да. Да, нет. Ну, Саня, перелагай, перепрыгивай. Перепрыгивай, я тут останусь. Не, я за тобой. Наш корабль. Так, давайте вообще эту сторону отстрелим. Просто проверим, что будет. Еще ниже. У нас... прикольно. Да. А у них кто? Ой, я вам сейчас устрою очень классную тему, пацаны. Нет. Я сейчас там отстрелю и здесь это сделаю. Ой! У тебя будет очень прикольный перевес, иначе будет просто так шататься влево-вправо. У нас уже живой. Есть один проигравший. Один есть, я. Понял. Все, смотрите, как они будут сливаться. Опа! Хорош? Мы уже почти плаваем. Мы уже плаваем. Ой, как низко, ой, как низко. Я вас рассоединил, вы теперь каждый сам по себе. Ну, Госдумы, только одна палка. Его держит. Жесть. Ой, ой. Тихо. Нормально, 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 Гусанёк. Веса меньше стало. А, здесь эта штука держит. Ладно, я вас пощажу. Не надо. Не надо? Палки держатся. Ты уверен? Не, пощади. Но им хуже всего. Хорошо, что мне... Нет, гусанёчек! Во-во-во, смотри! Давай, ты прикольно это делаешь. Держится? Держится. Так, это тоже практически в воде. Мы ему поможем сейчас. Нормально? Блин, это класс! Осторожно, осторожно, пацаны. Тихо-тихо-тихо. Реально осторожно. О, привет. О! Так, что вы будете делать, пацаны? Так уйди, ты перевешиваешь, Фокс. Куда ему улететь? А вот что еще держит. Проиграли. Проиграли? Все, есть. Да, Фокс проиграл. Уплываем. Так. Уплываем. Что вас держит? Куда уплываем? Не хочу. Да, все, я уплываю. Уплываем. Ой, я к вам плыву. Пацаны, ты привет. Ты что творишь? О, привет. Ну, давай. Давай там, там, там. Мы себя верим. Получается, ты еще не... Оно само развалилось. Само ничего не сделал. А ты еще живой? Курикс. Давайте поиздеваемся над ним. Капец, тут зашло мне. Опа, есть. Я плыву. Есть. Уплываем, ребята, уплываем. Да, давай. Все, поплыли, поплыли. Ты сейчас сам упадешь или мне что-то делать? Смотри. Ну-ну-ну-ну-ну. Надо скачать мод на весу. Вот именно. Что ты делаешь? Я ничего не... Ты сам себя сейчас скинь. Все, проиграл. Так. Так, как же, пацаны, вы будете сейчас выживать? Если я буду стрелять на рандомную плиту. О, я гранату буду бросать. Вы будете смотреть, куда летит граната и отскакивать, смотри. Все, огурец проиграл. А плитка-то не разрушилась, уже и вы остались бы. Так, Гусанёк, у тебя как ты думаешь, есть шанс у тебя? Я уплываю, я уплываю. А как ты это делаешь? Внимательно смотрите, куда летит граната. Конечно. Класс. Давай. Че, она отскакивает, вот. Даже ничего не сделала.
Ой-ой-ой. Чё ты по мне только? Они просто соскальзывают. Я ничего не сделал на сову! А чё ты стоял там? Ты ж видишь, он летит. Так а куда мне было перепрыгивать смысл? Да что ж ты стоишь? Блин. Получается, что у нас? Сергей там выиграл? Победитель. Так как Сергей Тайм был победителем, он будет начинать. Гусанёк, ты чё гонишь? Да ладно, ладно. 3, 2, 1. Раунд начался. Все, давайте тут сидеть. Что-то ломается. Это здание из-за воды будет очень прочно стоять и не так расшатываться, как без воды. Ну, сейчас увидите. Уже нет. Уже мост сломали. Оп. А чем он ломает, я не понял. АВП. А, понял. АВП харулит, согласен. На чьих соплях он держит? Ну, вот так вот сделай. Что-то шатается у меня здесь, пацаны. Это течение сильное, да, наверное? Ха-ха, это, блин, стрёмно. Какое течение? Мы в Тихом океане, посреди города. Замечательно сказал. Тут стекло. Ой. Так, где он там? Его не вижу. Да я мой, нет, так не... Так. Меняем. Уходите, он под вами простреливает. Тихо. Так, чего вы ждали? Уйдите. Спасибо. О, с дробаша. Ого. Где это взял? Смотри, что она делает. Летает, как пчелка. Не нужно вот... Пацаны, зря вы там встали все. Ой, хорошо, что вы ушли. Хотел наоборот сказать, что вы ее плохо, что ушли. Ух ты, отстрелил. Вот это он мощный. Ой. Это очень опасно. Ну пощади, пожалуйста. Фух, я прямо в воду висю. Ну я умер как. Что еще надо сказать? Все, ладно, я проиграл, согласен полностью. Утонула наша сторона. Так вот это вам не надо. Я подох просто. Бывает. Ух ты. Все. Саня, как ты туда залез? Нихуя просто. И советую идти в середину. Он сразу скажет. Ого! Пацаны, осторожно, он сейчас хочет разделить вас. Пощади. Давай по балкам стреляй внизу. Спасибо. Не надо. Нет, не надо. Во, правильно. Пощади. Хорош. Пощади. Вот. Пощади. Как будете на равных условиях? Почти. Да, а, ну все, он сам упал. Ну, ладно. Вот это оно шатается. Смотрите. Старский. Походу, походу мне к тебе придется идти. Давай, прыгай. Ой, жестко, гусанек, в любом момент может поломаться. Давай. На двух палочках держит. Ой-ой-ой, гусанек, не иди, все. Огурец... Да ладно, выжил? Ладно, на самом деле больше всё. Можно вот так вот? Развалил. Привет. Эту часть полностью. Ну что, надо вот с этой заканчивать? Ну, наверное, да, сделай красиво, ну, по феншую. Давай, гусанек, я тебя ловлю. Спасибо, что свою. Ребята, я вас держу. Все, проиграл. Так, осталось двое человек, а трое. Там никого не было, я перепрыгнулся. Прям все на одной платформе. А, нет, стоп, где последний? Эй, ты, ну иди. Давай, ух ты! Блин. Огурец последний упал. Кейстарс, начинай. Вон он стоит. Я что, один стоять буду? Да. Ну а с кем ты хотел? Я составлю тебе компанию. А, он хочет тоже эту штуку отстрелить. Да. Ой-ой-ой. Подожди, мне нужно другое уже. Мы как будто плывем, да? Чуть-чуть. Да. Да, мы реально плывем, кстати. А как это работает? Так и... Ой! Мы выровнялись. Так, спасибо. Хорошо. Пока мы все живы, еще никто не свалился. И гусанёк проиграет первый. Нет. Ой-ой, он это нас... Разделяем. Так, Кистарс, если... Ой, говорю, Кистарс, все же там, если что, поплывем. Мы ну давай, покажи! Силу огурца. Ой-ой. Это что всплыло? Такие так, брызги. Так, гусенек, я к тебе перепрыгиваю. Плохая не идея. Надо. Плохая не идея, надо? Плохая не идея. Иди сюда, у тебя не прыгнется, А чё она не прыгается? Потому что физика пропов. Тупая? Тупая физика. Она через раз прыгается. Горит. А все ниже и ниже. Мы на плоту. Вам повезло, что эта штука как-то там залезла. Кидаю гранаты.
А все, мы уплываем, походу. Ну, надо надо оценить. Ух ты! Вот ой. Ух ты! У меня горит! Ой, горит! Горит на воде, нормально! Беги! Бегите, пацаны! Он нам поджал! Я утонул, прощайте! Так, посмотрим, кто же выиграет. А построится? Уплываем, уплываем, ребят. Ой-ой! Бегите! Вот это он жестко закинул! Ого! Котик! Улетел! Еще граната. Пацаны! Гусанек, Гусанек, ты можешь перепрыгнуть. Или не прыгается? Не прыгается. Вот это брызги. Сейчас горит, все. Блин, а, ну все, ничья. Получается, да. Давай, покажи вещи. Уверены, готовы? Да, да, да. Ствол. Да. Постройка настолько большая, что малейшее изменение там в какой-то конструкции будет гнуться она сильно. Можно я буду первый, пожалуйста? Пацаны, мы куда-то едем? Я тебя умоляю. А вы где? Ой-ой-ой. Вы... А, вы сверху. Блин, пацаны, 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 пацаны. Мы живем, мы живем. Я живу, я живу, я живу. Ай, блин, в воду упал. Фокс, не надо, пощади, пожалуйста. Ух, жестко он с нами поступил. Все, проиграли. А он меня хотел человеком пощади. Он хотел меня убить, он убил. Вы, Санек, ты расстроился? Меня физической проб убил. А, да? Меня тоже проб убил. Не, ну давайте еще раз, если Гусанек так думает, что это, ну, случилось, так можем другую постройку взять. Так как Гусанек решил, что было нечестно, мы переиграем. Давай, Фокс, сломай. Готовы? Да. Стреляй прям Гусаньку в голову, это будет честно. Давай, все, у меня жопа жирная не пролазит, да, Гусанек? Гусдума мой щит. Ой, я стекло. Так, вижу, как все рушится. Красавчик, давай, не останавливайся. Так он под вами ломает. Что-то слабак вообще. Ни о чем, мне кажется, можно было и лучше, да, ломать? Да, он растяг. Что? Лошарик. Лохмандеевич. Ого! Так, я стою, все нормально. Все, хватит, хватит, хватит. Урикса пожар. Все, хватит. Хорошо. За что? Я выживу. Ух ты, красиво, Гусанчелена. По голове мне дало. Да, Гусанек еще живет. А! Ай, блин, не вышел, не смог. Вот это жестко он здесь устроил пожар. Вот, вот же. Не держитаем перевес. Ай-яй-яй. Ты первый. Гусанек первый? Я не знаю. Да, Гусанек первый. Они штыри остались. Если я первый, что сразу это? Понятно, ну понятно. Реально, на этих штырях можно было выживать. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А где бомба? Всем пока. Всем пока. Всем пока.